24 февраля по 1 марта 2020 года в спортивном комплексе «Раубичи» проходил открытый чемпионат Европы по биатлону. Стран и более 550 участников. 4 соревновательных дня, 8 захватывающих гонок и яркая бескомпромиссная борьба. Колоссальные усилия организаторов, шикарная атмосфера на стадионе и дружная поддержка трибун способствовали успеху континентального форума. Спортивный комплекс «Раубичи» в очередной раз подтвердил статус мировой биатлонной площадки, достойной соревнований самого высокого уровня. До встречи в «Раубичах»!